В 2006 году на факультете ВМК появилась газета «Инклуд». Начинающие журналисты-ВМКшники освещали события факультета и все, что связано с жизнью университета. Газета стремительно набирала обороты и уже в 2010 году получила звание «Лучший студенческий проект КФУ». С февраля 2013 года в газете появился новый главный редактор Роман Титаренко, и тогда «Инклуд» узнал весь университет. Мы стали активно работать в социальных сетях, в том же Твиттере и ВКонтакте. Вот мы стали посещать все университеты, детские мероприятия. Наверное, в нашем паблике среди этой сотни альбомов можно найти большинство мероприятий, которые прошли за этот год. И людям просто стало интересно... людям вообще интересно найти место, где ты можешь найти всю информацию об университете именно с точки зрения студента. Вот. «Инклуд» быстро меняется, и сегодня там занимаются не только газетой. Теперь они стали своеобразным медиахолдингом. Ребята снимают сюжеты, придумывают мероприятия и являются медиапартнерами. Полтора года назад коллектив «Инклуд» из 20 человек мог только мечтать о таких высотах. Теперь редакция состоит из 70 человек. И в копилке ребят множество наград с республиканских и российских конкурсов. Самое интересное, это мой самый любимый диплом, это студент года Республики Татарстан. В этом году мы лауреаты в номинации, но надеемся на победу в следующем. Ну и, конечно же, останавливаться на достигнутом инклудовцы не собираются. У коллектива весьма смелые планы на будущее. В этом году ребята при своем медиа-центре «Инклуд» организовали школу журналистики. Мы учим ребят, которые не учатся на журналистов, что они могут писать, и у них это получается, они также талантливые. И если ты не имеешь образования журналиста, это не значит, что ты не можешь работать журналистом. На своем примере ребята еще раз доказали, что главное – целеустремленность. И обычная факультетская газета может взлететь очень высоко. Так что верьте в себя и не останавливайтесь на достигнутом. Марта Луканина, Руслан Руманов, Универньюз.